Климатическая норма побита. Смело можно утверждать, что в городе установилась небывалая жара. Сотрудники гидрометцентра отмечают, что среднесуточная температура в мае должна быть на 5-8 градусов ниже нынешней. 14 мая был зафиксирован самый жаркий день для этого весеннего месяца. Столбик термометра последний раз поднимался на такую высокую отметку только в 1968 году. Горожанам сложно поверить, что так стремительно наступило лето, ведь буквально несколько недель назад на улицах лежал снег. Но привыкнуть стоит. До пятницы этой недели похолоданий не ожидается. Вот вы как жару переживаете? Загораем, стараемся как-то проводить на улице время больше. С детьми гуляем. Жарко, конечно, но мы стараемся пережить. В шортах. Первый раз сегодня вышла. Мы так вчера в жизнь заходили. Я нормально ее переживаю. То есть, ну, конечно, не очень-то приятно, то, что жарко, вот это душно, но все равно прикольно.